Добрый день! Сегодня 6 июня. Мы находимся в турецком отеле Kimeras Park Holiday Village. Сегодня закончился наш почти двухнедельный отпуск. И кое-что хочу сказать или подсказать тем, кто выбирает отпуск, выбирает отель. Может, наш отзыв будет кому-то полезен. Итак, сразу по приезду мы очутились на ресепшене, который выполнен в виде шатра, укрыт от жары, с приятным микроклиматом, соками, напитками, всем необходимым. После ресепшена сразу попадаем в зеленый рай. Невероятно красивая ухоженная территория, что является бесспорным плюсом отеля. Ее я бы назвал ботаническим садом. Все невероятно чисто, ухожено, подстрижено. Мы видим апельсиновое дерево. Очень большая у отеля территория. Мы с вами пройдем только по главной аллее, потому что иначе наше видео затянется на час или больше. Номера в отеле условно делятся на стандарт и гарден. Вот эти двухэтажные домики — это номера категории гарден. Они немножко дороже, чем стандарт, из-за того, что, во-первых, они находятся ближе к линии моря и всем остальным развлечениям. Ну и во-вторых, размещение в них комфортно, из-за того, что если отдыхаете с ребенком, открыли дверь, и ребенок сразу на улице, на зеленой территории, не нужно выходить, заходить. Номера стандарт находятся немножко дальше. Они расположены в трехэтажном корпусе. И до моря идти минут 5, ну где-то практически как нам сейчас с ресепшн. Отдыхали мы в таком номере, в гарден. Сам номер мы уже не попадем, так как номер мы уже освободили. В номере ничего особого или роскошного нету. Но в то же время все необходимое есть. Все функционально. Большой санузел, кондиционер, большой телевизор, если кому-то нужно. Несколько русскоязычных каналов, несколько англоязычных каналов и остальное турецкие каналы. Вот мы видим банановую пальму. Сейчас мы заходим в места со столовой, шопинг-центром. Сейчас обеденное время, поэтому людей не очень много на улице. Все либо на обеде, либо отдыхают. Неоспоримым достоинством отеля можно считать еду. Питание невероятно разнообразно. Мясо, курица, баранина, говядина в невероятном ассортименте. Морепродукты, салаты с морепродуктами. Все на высшем уровне.
питание превзошло все наши ожидания. С левой стороны мы сейчас видим чайную. Здесь можно попить чай, кофе, мороженое. На втором этаже находится главный ресторан, где завтрак, обед и ужин, шведский стол. Никто голодным не останется. Вот мы выходим к водной части отеля. Это основной бассейн. Людей немного, потому что все обедают. Шезлонгов всегда в достаточном количестве. Они бесплатны. Дальше мы видим развлекательную зону, где по вечерам проходят детские развлечения, анимация, концертная программа. Анимация на достаточно высоком уровне. Мы не скучали, в принципе, на протяжении всех двух недель. Также с детьми работают аниматоры. Можно ребенка отдать в детскую комнату, где ребенок сможет посмотреть мультики, поиграть в игры и весело провести время. Вот мы выходим к морю. То есть все на наше путешествие от ресепшена медленным шагом до моря заняло 6 минут. Шезлонгов также в избытке. Море чистое. На выходе с моря душ. Но вода в нем холодная, говорю сразу. И еще один бар. Ну, на этом, я думаю, можно закончить наш краткий обзор отеля Chimeras Park Holiday Village. Нам здесь очень понравилось. Мы обязательно вернемся сюда еще. Это, наверное, был лучший отдых с ребенком. Всем спасибо.